Ночью 3 февраля спасатели эвакуировали с мыса Островной мужчину со сломанной рукой. В службу 112 поступил звонок. Мужчина рассказал о том, что он и его друг находятся на мысе Островной. Приятель звонившего упал с обрыва и сломал руку. А снегоход, на котором друзья приехали, не заводится. В указанный район выехали спасатели с сотрудниками Центра медицины катастроф. Специалисты соорудили из веревки и электрической лебедки подъемный механизм. Спасатели подняли пострадавшего по 100-метровому уклону к снегоболотоходу, где их встретили медики. После того, как мужчине оказали первую помощь, его доставили в областной центр, а после в Магаданскую областную больницу. В муниципальном центре культуры провели акцию «День донора». Екатерина Фисенко добровольно сдает кровь уже в 14-й раз. Женщина рассказывает, что решила стать донором еще на первом курсе университета. Тогда студенты всем курсом сдали кровь для русских военнослужащих, которые находились за пределами нашей родины. По словам Екатерины, донорство очень важно в любое время. Мне кажется, оно актуально в любое время, потому что компоненты крови, ну так запросто не перельешь от себя другому. У нас очень много происходит неприятных моментов, которые впоследствии требуют для восстановления здоровья людей, которые пострадали, переливание или компонентов, или самой крови. И я считаю, что поскольку она синтетически не синтезируется пока еще, ну, только люди могут проявить сознательность и помочь своим близким. Донорскую кровь и ее компоненты используют для производства лекарственных препаратов, но чаще всего нужна в переливании во время операций, утверждают эксперты. Всего у людей 4 группы крови. У Екатерины Фисенко первая – отрицательный резус. Женщина рассказывает, что иногда ее экстренно вызывают для кроводачи, потому что человеку срочно нужна помощь. Да, бывает, звонят со станции переливания, как правило, заранее. Иногда бывает экстренно, когда ты собираешься и прям бежишь с работы. Я никогда не отказываюсь. Спасибо, мне очень повезло с работодателем, меня всегда отпускают. Это не как бы возникает никогда никакой проблемы. Если мое здоровье позволяет, если я подхожу, то без проблем. Как утверждают специалисты, сдача крови безопасна для донора. При ее сборе используют стерильные одноразовые инструменты. Также донор обязательно раз в год проходит медосмотр по месту жительства. Медработникам нужно удостовериться, что противопоказаний нет. Здоровье донора в приоритете для станции переливания крови. 4160 детей обучаются в детском экологическом центре Магадана в настоящее время. В учреждении трудятся 24 педагога. Они прививают детям любовь к окружающему миру. Основная задача наставников – направить и предложить ребенку направление, которое подходит именно ему. Уже на второй год обучения дети сами могут придумать и полностью воплотить в жизнь собственный проект. Детский экологический центр является одним из крупнейших учреждений дополнительного образования нашего города и области. Преподаватели ДЭЦ работают по 4 направлениям. Естественно, научное, туристско-краеведческое, художественное творчество и социально-педагогическое направление. В центре стараются привить детям интерес именно к исследовательско-научной деятельности и дать им толчок для дальнейшего развития именно в научной сфере. Приоритетное направление для дополнительного образования детей – естественно, научное. Здесь педагоги занимаются с ребятами проектами об окружающем мире. Сейчас в учреждении подводятся итоги конференции «Лестница знаний».
В этом году у нас в конференции нашей приняли участие 11 обучающихся, которые представили работы абсолютно разных направлений. И очень интересно, что многие провели достаточно большую работу, серьезные исследования. И не только, естественно, научного характера. У нас, например, есть работы, посвященные истории. Работа, посвященная ордену Великой Отечественной войны. Детский экологический центр открыл новое направление по дрессировке животных. Программа называется «По ту сторону поводка». Открыли ее только в этом году. И вот как раз практические знания, как дрессировать собак, как их приучать к выполнению различных команд, как раз вот Ирина Владимировна учит ребят здесь на базе нашего центра каждую субботу. На улице проходят занятия. В центре есть и живой уголок. Каждую субботу там проводят бесплатную экскурсию для всех желающих. В условиях пандемии существуют ограничения. В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой пускают группы не более 7 человек. При посещении необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, надевать маску, при себе иметь бахилы или сменную обувь. Чтобы записаться на экскурсию, необходимо позвонить на вахту детского экологического центра, и администраторы сформируют группу заранее. Для студентов лицея номер 5 провели мастер-класс по кулинарии. Мария Велковец учится на 4-м курсе. Решила поучаствовать в мастер-классе, потому что скоро выпускные экзамены, на которых нужно показать свои кулинарные способности. Также девушке хотелось научиться чему-то новому, тем навыкам, которые она сможет использовать в ресторанном бизнесе. Мария планирует связать свою жизнь с кулинарией. Ее большая мечта – стать шеф-поваром. По итогу, конечно, хотелось бы стать шеф-поваром, а пока нужно будет нарабатывать годы практики и потом дальнейшее уже обучение на шефа. У нас обучают этому во Владивостоке и в Питере. По словам Марии, на мастер-классе она хотела научиться интересным техникам, новым способам обработки и сервировки. Шеф-повар Константин Мухин, который провел тренинг 20 лет назад, сам учился в 5-м лицее. После окончания работал в Московской области, в Санкт-Петербурге и других городах. Теперь мэтр вернулся в Магадан, чтобы передать свои знания и опыт молодому поколению. На этом мастер-классе Константин вместе со студентами готовил стейк из куриной грудки. У студентов в экзамене куриная грудка, стейк, будет рис с овощами на гарнир, пюре и овощи гриль, и соус грибной. То есть, в принципе, это подготовка к экзамену для того, чтобы им было удобнее потом работать. Но будет дружеское судейство, потому что это первый мастер-класс, в дальнейшем планируем дальше проводить, там уже, может, как-то детально это все придумать. Константин надеется, что сможет и дальше проводить мастер-классы не только для студентов, но и для всех магаданцев. Планируют даже набрать группы. По словам организаторов, в наше время важно передавать знания опытных людей молодому поколению, потому что поваров сейчас не так много. Особенно это актуально для студентов. Сегодня проводится очень важное мероприятие по передаче опыта кулинарного искусства от мастера-шеф-повара Константина. У него очень большой опыт, и он работал в достаточно известных ресторанах мира. Сегодня он приехал к нам в город и согласился передать свои знания ученикам, студентам 5-го лицея. А когда я узнала об этом событии, конечно, мы с радостью согласились поучаствовать, принять самое активное содействие в этом мероприятии. И надеемся, что подобного рода мероприятия будут в нашем городе проходить все чаще и чаще. Потому что именно при живой передаче знаний ученик имеет возможность вникнуть во все нюансы. На мастер-классе присутствовали не только студенты старших курсов. Ребята помладше посетили мероприятие в качестве зрителей. Кроме того, за работой наблюдали педагоги. Организаторы надеются, что такие мастер-классы и дальше будут проводить в Магадане для детей и взрослых.